Всем привет, друзья, подписчики, гости канала. Спустя вот такое вот время я вновь на Копе. Вот, занялся одно время рыбалочкой. Народ, рыбаки у меня скучали, я вам отснял годноты. Поэтому, ребята, но душа болит, а сердце плачет. Я вернулся на Коп спустя 2 недели. Вот, место у нас старое, известное место. Сегодня мы будем ходить. Сейчас мне нужно спрятаться. Я вышел, посмотрел. Здесь покосы уже у нас пошли. Покосы, вон металлоискатель, ребят. Вон там я разбазировался в тенечке. Вот он, Деус стоит. Вот, находок пока нету. Да я, собственно говоря, и не искал еще особенно. Вот, то есть вот здесь вот стояли дома. Вот здесь в кустах стояли дворы. Вот, одной улицей, улица вон туда вот уходила. Дальше начинается овраг. Овраг, и уже после этого там вроде как дорога была. Но дальше уже, короче, находки не попадались. Объектив – канал, фокусирующийся на главном, где простым и доступным языком рассказывают об изменениях в законодательствах, льготах и пособиях, правах граждан и возможностях. Как получить деньги на квартиру, кого освободили от уплаты налогов, какие платные услуги можно получить бесплатно, почему стоит отдыхать в России и как сэкономить на отпуске. На все эти вопросы вам просто и понятно расскажут ведущие канала. На объективе полно разнообразного контента. Сейчас, например, вышла интересная программа «Дежавю», которую я настоятельно рекомендую посмотреть. В описании оставлю ссылочку на нее. Смотрите и подписывайтесь на канал. Куда ее ложить? В руках таскать ее просто невозможно. Вот, земля оказалась дубовая. Вот, ее походу, сейчас я закроюсь, ее походу в этом году не пахали, что ли. Вот, это у нас 50-й год, друзья. 50-й год, двоячок. Двоячок, чок-чок. Паучок, чок-чок. Вот. Задувает, конечно, капитально. Вот такая вот монетка. Монетка прям в муравейнике, в подземном в каком-то. Здесь вот, короче, копнул, муравьи полезли. Хотя нету никакого бугорка. Вот. Если хозяин земель этих смотрит, то, видите, уважаемый человек на буханке, ямки мы за собой закапываем. Но, тем не менее, первое, я не скажу, что долго я искал, минут 30, и первая находка есть. Вторая монетка, ребят. Я не вытерпел, зашел в лес, пехло капитальное на поле там, с находками не очень. Вот, хожу здесь по лесу, вот видите, тут дубочки молодые растут. Ну и назвонилась мне вот такая вот красавица. Сейчас я вам ее покажу. Это советик, скорее всего, по сигналу звонил точно-точно так же, как совет. Вот. Сейчас подчистим мы ее и рассмотрим, что это у нас есть. Это у нас, наверное, пятак. О, да, СССР, послереформенный, после 35-го года. 40 какой-то тут. Сейчас. Да что ты будешь делать? Все, попадаю на солнце. Все отсвечивает. Ребята... Так, да как же мне лучше-то? Так, вот так, наверное. Вот, да. 49-й. Ну, видно, что пятачок. 49-й год. Красавишная монета. Вот, а видите, здесь, короче, дубочки молодые. А желудей сколько падает. Вот. Ну, этот пятачок недорогой, конечно, но приятен. Я похожу все же по лесу, потому что на поле просто невыносим. Там земля дубовая. Вот, оно, походу, не пахалось, а просто ее дисканули, наверное, по осени, и все. Короче, ребят, еще не знаю пока, что это, но, блин, короче, такой мертвый сигнал с глубины, еле-еле.
Вот, здесь практически штык. Вот, видите? И потом он как зазвонил. Вот. Ну, вы понимаете, да, то, что это цветной хороший сигнал. Вот, и я его отбросил. Может быть, находка лежала на ребре, если это монета. Может быть... А это монета, ребята, это серебро. Охренеть! Охренеть, мазафака, щет! Данке, дастис, але папира, шуле! Вот это, вот она, это Белон, ё-моё! Какой интересный год! Охренеть можно вообще! Так... Хотел бросить, не копать, а? От души, ну! Давай, леший! Подкинул мне, 23-й год! Охренеть можно вообще, а? В лесу, ё-моё! Не, ну были тут монеты, но в этой части я еще не ходил. Вот, буду откровенен, я ходил там, где фундаменты, там подзаросло и там мусора побольше. А здесь вот, сейчас я яму закопаю, яму вырыл, конечно, пипец. Вот, как это, как окопа как будто. Вон, видите, какая она здоровая. Вон, бутылка какая-то лежит. Вот, значит, похаживают тут люди. И сейчас я вам еще, ребят, я там не снимал, нашел поздний совет, пользуясь случаем, покажу вам. Охренеть, серебро, я вообще не рассчитывал. Ну, думаю, ну ладно, там, может, приподниму. Вон, видите, как я вот сюда кладу находки. Вот они. От души серебришко. Я сейчас сфоткаю вот сюда вот, в группу закину, вести с передовой. Короче, вот она, двоечка, друзья, вот такая вот. 1971 года попалась мне. Я ее не стал снимать, советик поздний. Монетка, как бы, ну, интересная все равно. Вот, все же монетка. Вот эти я вам показывал с поля двойку и пятак. Вот он. 49-го года. Вот, и вот такое ля серебро. Охренеть вообще. Вот оно, как оно красит глаза, а? Прям как все уже коп по-другому. Белон, да, рядовой Белон. И вы их, друзья, находите кто-то десятками даже. Кто-то. Ну, бывают там у нас самые крутые копатели, которые комменты пишут то, что. Да это херня, извиняюсь за выражение. Но такого добра у нас пруд пруди. Ребятки, попробуйте найдите. Вот, я понимаю то, что на диване оно хорошо там сидеть, печатать, да? Вот, и критику я воспринимаю, и все на свете адекватную. Но я вам скажу то, что совет, либо какой-то это, ну короче, замечание должно быть дельное и годное. Ребятки, обеденный перерыв. Сходил я, короче, все же за рюкзаком, за обедом. Вот, решил я перекусить. Сегодня у нас, сейчас покажу, картошечка в мундирах. Вот она, славная картошечка. Я уже половину съел. Вот, не без находок, конечно. Нашел еще две монетки. Монетки интересно было находить. Вот, странно, вот этот рубль Борьки-пьяницы. Борька-пьяница — это Ельцин. Вот они, 90 каких-то там годов. Вот. На удивление звонил. Звонил как... 92-й год. Вот в таком вот он с охраны выскочил. Вот. И пятачок выпал 61-го года. Я его тер и где-то здесь. 61-й год. Вот так. Серебро, конечно, радует. Я как на него посмотрю, у меня... Ой, песня сразу в душе какая-то запела. Да вроде как выкопал. Странно, комаров нету. Вот я думал, в лесу. Вот она, ребят, вот она. Это пуговица или монетка? Пуговица, наверное, скорее всего. А, нет, серебро, нет, не серебро, ребят, не серебро, это монетосик, вот он, смотрите, седло от него упало, жаль. Это у нас рамочник, десятка, он блестит, я думал, серебро, думаю, да как, не звонил же, серебро-то оно хреначит на Деусе, только в путь. Деус, это убийца серебра, ребят. Вот, как он ловит серебро и кресты, это ни в сказке сказать, ни пером описать.
Вот, блин, здорово, 40-й год. От души, души, душевно. О, лес какой, а. Сюда можно ходить, тут место валом. Смотрите, ходишь. Ходить можно, ничего не заращено. Ни за какой-то травой нет никакой. Находочки падают. Ну, пусть советы, да. Серебро было, так и до царя недалеко. А там, может, и полтинник какой зацепим. Вот. Вот так. Гоже. Гоже, батько, гоже. И снова сказочный сигнал. И снова сказочный сигнал. Короче, из убогого сигнала превратилась годнота, ребят. Я уже выкопал, конечно. Вот. Сейчас посмотрим. Ага. Ну-ка. Вот это что ли, блин? Что это? Крест? Крест вроде нет. Перстачок. Ну вот такая вот находка. Блин, я думал это. Опять серебро. А, здесь что-то есть, смотрите. Ну-ка. Надписи какие-то. Или что, это просто рубцы? Нет, просто какие-то рубцы. Ну и цвет меда. Это медная какая-то хрень. Жаль. Ну вот он, хороший сигнальчик, ребят. Вот, наконец-то, блин, а. Проходил, короче, спустился до оврага. Ну вот там, где река, там бурелом, крапива. Думал в крапиву что-то разыскать, потому что обычно там, где крапива, там либо скотина, либо люди жили там, ходили. То есть, ну, обычно она там вырастает. Вот. Ой, что, калит. Сейчас накалю. Ну, советский сигнал какой-то такой вроде. Если я не ошибаюсь. В общем, актуально ходить здесь. Вот, потому что... Ага. О, смотрите. О, смотрите. Вот она. Это Жанна. Жанна Степановна. Трояк. А теперь ее аккуратненько достаем и смотрим. Вот она, алюминиевая бронза какая. А год какой у нас будет? 20. О, она еще даже раненькая. 29-й год. Вот. Ну, недорогая монета. Что-то у меня с фокусом какая-то беда, я не пойму. В чем дело-то? Или за счет вот этих вот преломных лучей, вот то, что солнце падает сквозь деревья, фокус не наводится. Какая-то хрень с фокусом. Камера-то нормально вроде все. Вот он фокусирует, а. 29-й год. 3 копеечки. Вот она. СССР, пролетарии всех стран, соединяйтесь. От души годная монетка. Нравятся мне такие ранние советы до 35-го. Там некоторые дорогие бывают. Там двушка 27-го. Например. А это, кстати, надо посмотреть, сколько это у нас стоит. Я бывает зачитываю, ребят, в приложении. Сейчас я продемонстрирую. У меня тут как бы есть... О, уже 2 часа. Ни хрена себе я тут отходил. Вот, 2 часа. Господи ты боже. 13.54. Вон, видите. Тут куча сообщений ВКонтакте, в WhatsApp, как всегда. Так, монеты Советской России. Вот, приложение называется Play Market. Скачать можно в Андроиде. Так, 29-й год, 3 копейки. Смотрим, 29-й. Нету раритетов. Вот она, на 100 рублей. Так, название монеты, 3 копейки, год 1929, материал алюминиевая бронза, вес 3 грамма, диаметр 22 миллиметра, гурт ребристый, базовая цена 100 рублей. Вот так. А серебро у меня было 23-го, раннесоветское, да? РСФСР, 23-й год, было 20 копеек, по-моему.
120 рублей. Вот. Это серебро, которое я утром нашел. 20 копеек, 23-й, 500-я проба серебряная, 3,6 грамма, диаметр 21,8, гурт ребристый. Цена базовая 120 рублей. Вот таким вот приложением, охренеть, 2 часа, а вроде только приехал уже. Сейчас надо собираться уже. Так. Все, ребят, сворачиваюсь я. Вот, обещал до обеда. Вот, чтобы не было дома скандалов. Короче, такие вот находки. Да можно было бы еще ходить. Я и поел вроде, и как бы комфортно ходить. Не жарко, не печет в лесу. Вот такие находки у нас за сегодня. С 10 до 2 часов. Ну, может, пораньше я приеду. Я не помню, во сколько я утром приеду. В 9 выехал. 23-й год, 20 копеек. 49-й пятачок. Ну, это тоже зацепил. Я все выбрасывал ее, всю тут шмурть. А это зацепил, положил. Так, 29-й год, это 3 копейки я нашел вот только что. Вот, 5 копеек 61-го, рубль Борьки-пьяницы. Вот, 71-й год, 2 копейки. И 50-й год, 2 копейки. Рамочник 40-го. Вот как-то так. Вот. Что-то с фокусом моим стало. Все, ребятки. Все, ребятки, ребятки, девчатки, дошколятки, на исходный я на сегодня все. Хотелось бы походить больше, но я еще завтра приеду. Вот, потому что там делов, как всегда, в деревне в вагон. Всем спасибо, всем пока, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал.